Привет всем любителям пошаговых стратегий, Алексей Халецкий на проводе, или на экранах, или в ваших ушах. Канал Лёша играет, и продолжаем. Midmar Civilization 6, у нас тут заканчивается 19 век, скоро в 20-й радостно вступим, а у нас уже и физика атомная, и вообще... Так, что-то я... Игру не... А, есть игра. Есть игра. Так. Я вот подумываю, что надо бы на Эфиопа нападать. Надо посмотреть, правда, как у него могущество будет. Будет ли падать вообще? Он же сейчас с Америкой воюет. Пока не видать, да? Ну и мы наращиваем потихоньку. Я бы не останавливался. Так, у меня вопрос. А куда кавалеристы у нас апгрейдятся? Какую... так, верховые юниты, кавалеристы, вертолеты. Блин, нефть, правда, требуется. У меня с нефтью проблемка. Может, просто тогда, блин, ракеты делать? Давайте продолжим. Стоп, а почему саботировать объект? Не, у нас... А, это тут он стоит, она не в городе. Показалось, что она в городе. Тогда плыть этим флотом куда-нибудь сюда. Блин, ну только тут, вот понимаете, тут флот не атакует, не атакует города. И если мне Америка предложит объявить войну Эфиопу, я, наверное, с ней соглашусь, но пока сам я не буду. For duty at your service, yes? All present and accounted for. Давайте часть юнитов сюда переведем. Waiting your orders. Надеюсь, одулись все-таки шпионами как-то переманить. Так, этот, наверное, просто вырубим. А, блин, это ж я пехотинцев, кстати, для атаки строил. Так, а что я сейчас открыл вообще? Я сейчас открывал, по-моему, медицину. Нет, медицину я давно уже открыл. Расщепление. А, радио я открыл, чтобы чудо построить. Ну что, попробуем ООН еще тогда. Ну там, правда, СМИ уже до меня открыли. Ладно, поехали СМИ открывать. Так. И радиовышка бесплатно в каждом городе, это круто. Но это плюс к культуре. А рок-н-ролл плюс, к счастью, почему я торговать с ним? Давайте рок-н-ролл лучше. Все-таки... А вот здесь можно и Эйфелю. Так, ну ладно, пока здесь. Надо посмотреть, где у нас больше требуется... Где у нас больше производства. Только оборона пулеметчика. Надо пехотинцев для атаки. Так, только не забыть, что я пехотинцев для атаки строю.
Нету тут еды. Так, что у нас по производству тогда? Кентенбери тюрьму строит. Так, во-первых, мы используем инженера для ускорения. Так, сейчас еще проверю. У меня просто тут инженеров рождалось. По-моему, я их всех использовал все-таки. Миссионер? Нет, есть еще инженер. Или все-таки нету? Просто он сейчас используется, а вот сейчас проверим. А, нету. Ну это отложенное исчезновение инженера было. Так, тогда теперь смотрим по производству. Кентербери первый. Тогда в нем давайте Эйфелеву башню. А что здесь? Продолжим пехотинцев. Пять ходов все-таки. Но мне интереснее ресурс роскоши получить. То есть я сейчас получу 7 вот этих дисков, как бы. Понимаете? Я могу с них торговать на другой ресурс роскоши. Блин, может мне арту лучше открыть? Ну, СМИ надо открыть, а потом, может быть, арту. Так, техи мне никто не хочет продавать. Вот резы, видите, все шлягер хотят купить. Юстиниан золото продаст, американец нефть продаст. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. А. Не хочет. Так, ну лошади нам не нужны. Вот золото с арабом можно попробовать. А шлягеры же за деньги еще могу продать просто. Блин, что арабу, что истиняну очень не хочется. Но вообще мне золото добавит денег. А, он вообще со мной не разговаривает. Окей, я Саладин. Отлично. Так, теперь пройдемся по другим. Пять золота вход. Я думаю, нафиг надо. Я просто хочу посмотреть, сколько мне золота дадут. 16. Можно уже подумать. Я по самым низким иду, чтобы типа им не сильно... 16. Ну давайте. За 16 этим мы продаем. Возможно, конечно, имело смысл оставить и потом торговать. Ага, этому вообще не надо. А, нет, с Эфиопом мы не торгуем. 21. Сидящий бык. Нет, железо нам не надо. Линкольн. Ну нафига мне медь? Я бы нефть хотел, ладно. Что насчет, не знаю, 30. Ага, уран он хочет за это. Нет, уран мы тебе не дадим. Не, наверное, тогда нет, хватит. Оставим шлягеры. Огнестрельные юниты.
Давайте, наверное... Вот что у него защищает? Огнестрельные, правильно? Да. О, а что у него там... Что у него за прокачки 4 первого удара? Блин, этот фузелер, конечно... Ну, мне надо сначала, несомненно, выходить в арту, прежде чем сюда лезть. Так, 60% англичане. Не получилось. Получилось. Но юнита схватили при этом. Не знаю, что-то очень тяжело шпионами, даже несмотря на то, что мой город сам по себе сильно влияет. Кстати, а там восстание. Между прочим, там восстание. Блин, опять пехотинцы, я на защиту города прокачиваю. Так, железная дорога проведена. Тут же в самом городе не надо строить, не надо. О, а тут форт почему-то построен, а не пастбище. Прикол. Так, из Йорка железная дорога. Вот, кстати, железная дорога хреново видна на фоне обычной дороги, да? Тут тоже железная дорога проведена. И тут проведена. Вот в Ньюкасл. Давайте вот здесь. Отсюда поведем вот так. Счет Пентагона, кстати, прокачки имею. У меня там бараки не построены. Ну, построю ферму. Это будущее вот для Адулиса. Ферма. Так, что дирижабль? Во-первых, во что он апается? В истребитель. Потому что реально просто дирижабли делать. Может наносить... Подожди, что значит он... Я не понимаю, он работает как... Бомбардировка. Он сможет снижать... Наносить удары с воздуха. Блин, наверное, надо поделать. О, кстати, мне тут надо АЭС. То есть угля тут нету, поэтому тест не работает. А вот АЭС будет работать. Так, можем снизить культурку на один. Ну, я могу независимость даровать кому-то. У меня ж вроде никто не возбухает сейчас, нет? Так. Можно расти. Можно расти. Все остальные... вот тут еще было запрещено. Можно расти. Посмотрю, вот тут у нас фокус на производство. Ничего не поменялось. Так, все, теперь норм.
проверка опять могущества Эфиопа. Не снижается, но я так нормально набираю. Пока боюсь на него напасть. Ну, я сейчас повторюсь, если American Bears попросит меня напасть, я нападу. Типа, чтобы вместе было. Хватили шпиона в Адулисе. Перебазироваться в другой город. Атаковать вражеские юниты в выделенной клетке. Разведывательный полет. Так, ну, перебазируемся в Ковентри. Что за разведывательный полет? Ну, давайте. Пока переключился. Вот, разведывательный полет в Адис-Абебе. Как это выглядит? Ага, он просто открывает... Открывает карту. Получилось. Уже 63 на 36. Нет, теперь поймали. То есть, а по-моему, сообщают, когда кто-то... Все, тут, по-моему, в четверке дают плюс один к перемещению, если вы кругосветку сделали. Но, правда, если первым... Если первым сделали кругосветку, то дадут... Плюс один к перемещению. Я бы начал атаку, конечно, с захвата Адис-Абебы. Надо, кстати, железную дорогу тоже сюда подвести. Но, опять же, сначала во рту надо выйти. Или купить рту. Не уверен, что мне прям так много дирижаблей надо. Ладно, еще один ход построю. Никто арту не хочет мне продавать. С Эфиопом многие, видите, не особо ладят. Война у нас пока одна. Блин, может мне с кем защитный союз еще заключить? У нас вообще с кем у нас отношения? Ну, крутые только с... Блин, может с американцем защитный союз? То есть, с ним, в принципе, более-менее у всех нормальные отношения. Кто там мне с Эфиопом и так воюет, я готовлюсь на войны с Эфиопом. Другой у меня сосед монгол, он мой вассал. Я могу только через море, если приехать, захватывать. А, подождите, я ему не могу защитный союз предложить. Надо что-то открыть, что ли? Академия. Вот это, наверное, фашизм надо открывать. Или по всему. Блин, нефть опять требуется, да ё-моё. Что тут у монгола, ой, у монгола, у эфиопа. Ну вот тут я нефть видел. Но это будет тяжело брать. А поблизости нету, да? Ну, у монгола есть нефть, но ему в нее выйти надо, я так понимаю. Блин, проблемы с ресами. А американец не дает нефть сам.
Ща. Дали тебе. Хуже сплетен может быть только одно. Всё, апостольский когда дворец о тебе не говорят вовсе. Так, в Кентерберри Эйфелеву башню устроим, вторую у нас Лондон. Попробую тут ООН построить. 53 на 36. Ну, конечно, что-то слабенькое, прямо скажу, распространение ООН. Два раза получилось. Ну, как-то по 1% увеличивает. По-моему, это немного. Так, ну, наверное, пока тут стоим просто. Свинину обрак. А что это вот за дорога вообще? Разве тут город был? Я уже не помню. Был монгольский город где-то тут был, я помню, я его уничтожил. А вот это что? Дороги какие-то. И что, что, максимум 4, что ли, можно? Блин, а что не перебазируется? Угу. Походу 4 дирижабля только можно в городе держать. Ну, пока, наверное, если аэропорт построю, можно будет больше. 4, видите? Перебросил сайт 4 и больше не влазит. Ну, арту надо открывать. Капать пушки. Так, тут хочу он. Радиовышка, надеюсь, что сама появится. Ну, благодаря чуду. Блин, вообще, наверное, надо было все-таки Эйфелеву башню. Блин, она и культуру, и плюс одно счастье дает. Эйфелева башня, ООН, Голливуд. Все правильно. А, вот у нас тут Табриз и Бешбалык пытаются отсоединиться. Ну, думаю, зря. Сколько там? Там, наверное, они пытаются делать, потому что там больше жителей по другой. Нет, тут 58%, у англичан уже больше. А в Табризе? Да, тут вот 12%. Смотрите, Бешбалык и Самарканд мы практически уже переварили. Так, давайте, наверное, займемся апгрейдом юнитов еще.
чтобы у нас сначала стрелки. All present and accounted for. What do you need? What do you need? Yes? 600, да. Вот, вот и весь апгрейд закончился. Никто ничего не хочет продавать. Кукуруза от Монгола. Почему нет? Будем немножко нашего сюзерена развивать. Не, ну какой уран? Вот, железо давай. Просто если у нас общая идеология, ну, лучше отношения. Смотрите, одна клетка его соединяет всего лишь. Ну, какого хрена он еще к нам не присоединился? Не хочу пока модернизировать в эсминец. Так, что у нас по армии? О, пропал. А чё пропал Эфиоп, извините. Я, видимо, потратил... Видите, 862, а чтобы видеть демографию... Ну, 700... А, или я не то выбрал. 1049 надо. А я потратил очки шпионажа на... Переворот города. На распространение культуры. Но, тем не менее, продолжу это делать. Пока есть шпионы. Но, честно говоря, не особо мне нравится тут, как работает распространение культуры. Потому что это слишком мало. Считайте, по 1%. Может, пушек поднастроить? У нас вообще пушек на данный момент 8. Ну, можно до 10, наверное, добить. Так, что у нас в войне здесь? Никто ничего не берет, да? Надо арту за один ход, наверное, открыть уже. Есть великий пророк. Сейчас поставим... Ой, Эйфелева башня есть, зашибись. Это мощненько. Так, где у нас святой город даосизма? Вот тут. Видите, плюс 240. Ставим таймяо. 272 становится. Плюс 32 деньги, или плюс... Я не помню, или по плюс 2 деньги за каждый город, исповедующий таосизм. Так, теперь в столице я, пожалуй, уберу спецов с пророков.
Так, тут инженеры и ученые. Так, ну у меня сейчас счастье должно быть немерено. Вообще можно убирать вот так пока. Блин, в Табризе опять восстание. Ну, в Табризе там 14 на 85, да, я согласен. Если тут 66 на 33 восстание происходит, то в Табризе уж уже понятно, что должно. Я все равно на Адисабебу начну нападать. Просто если Адисабебу заберу, тут еще сильнее влияние на Адулис будет. Хода 3 до кругосветки осталось. Во, пошло электричество. Жалко, тест никак не убрать, но, правда, я так понимаю, что оно и не потребляет электричество, не потребляет содержание. Так, надо юниты апать. Вот этих. 320 норм. Или... Не, давайте мы следующим ходом посмотрим, сколько арта будет. Я же в первую очередь арту буду апать, а потом, если останутся деньги, то и этих ребят. Потом в авиацию, наверное. Хотя там авиация требует нефть, а у меня нету нефти. О! Ну что ж, давайте. Артиллерия Америка облагораживает обратиться то, ко что мне. Иначе осталось мы бы примем. Наибанальнейшей перебранкой. И 1071 стоит. Ух ты, Саладин объявляет войну Линкольну. Покаль Линкольну объявляет войну. Но не мне, кстати, только ему. Ну, Покаль, потому что вассал Саладина. Так, ну а Чингисхан Эфиопа, потому что я вассал. Я сюзерен. Так, значит, у нас, видите, не хватает на всю арту. Как раз. Нам надо еще 238. И 320, 500. Ну, короче, 600 еще надо. Так, ладно, раз у нас нету... Нужен нам аэропорт? Вообще, торговый путь прикольно. Но вот истребитель мы не сможем строить, потому что нефти нету. Может, пока в криогенику. Плюс одна еда. Как бы та... те юниты, которые могут атаковать, тут далековато. Наверное, в криогенику пока. И вот так уменьшим, чтобы деньги на апгрейд были. Thank you.
Там, кстати, где-то был корабль Эфиопа, где-то вот тут. Вот. Равеллу, я думаю, мы вот так завалим. Встану вот прям на рыбы. У нас, походу, Первая мировая начинается здесь. Как раз даже по таймингу. Я думаю, что всякие Саладины и прочее с той территории мне скоро войну объявят. А, все, когда война невозможна, да? А, нет, перемещен. Вот это возможно, продолжаем. Может, восстание поднимем? 8 шанс. Hey. Арту, наверное. Не знаю, вот истребитель танков, наверное, нету смысла. У Эфиопа, по-моему, нету. Лучше пехотинца. Так, что у нас тут со здоровьем? Маловато. Обсерваторию. То по чудесам. Голливуд 4 хода, ООН 3. Надеюсь, построю. Посмотрим, как сейчас Эфиоп пойдет на меня, нет? Ну, медь у меня у самого есть. Так, моллюски, кукуруза тоже у меня есть. Рыба тоже у меня есть. Пшеница есть. Свинья. То есть мне нужны моллюски, драгоценные камни и пряности. Самарканду прется. Блин. Кто-то таки построил он до меня? Саладин. Так, ну это два юнита. Нафига он солдат ПЗРК построил, я не пойму. А ну тут надо апнуть. Дон? Вы слышали, он Дон сказал? Так, я хочу посмотреть, как сейчас... Как сейчас... Собственно... Он Фузелёра... Ага, слушайте, он атакует... Атакует юниты в городе, но при этом не убирает защиту. Слушайте, не, ну это круто. А, слушайте, убило мне одного. Опа.
Все-таки минус один. Минус один дирижабль. Yes? At your service. Или я его переместил случайно куда-то? Просто я что-то... А, захвачен вражеским ПЗРК. А, вот у нас ПЗРК как. Может перехватывать самолет с вероятностью 40%, правда, всего лишь. Но все равно. Но, да, но не убил. С этим он перехватил, но не убил. Но все равно мы нормально тут. Прилично. А потом арта следующим ходом как заработает. Нормально, не зря дирижабли построили, короче. Теперь я понял, нафига ему солдаты ПЗРК. Один солдат ПЗРК прется куда-то. Так, кстати, вот тут у меня... Ага, вот у нас тут кораблики. Yes? Так, у нас вот тут почти незащищенные города. Надо, наверное, плыть туда, в сторону Эфиопа, своими эсминцами. Так, может, наверное, больше дирижаблей. Мне понравилось, как дирижабли работают. Нет, что тут? Фрегат. Ну, эсминцы тоже. Но у меня, кстати, более прокачанные эсминцы. У меня прокачаны на первые удары. Мне кажется, я там должен расфигачить ему флот. Так, и надо бы... У меня уже денег, наверное, достаточно для всего. Нет, мы не будем кукурузу менять на... Юстиниан не выбрался, кстати, генеральным секретарем. Блин, и Голливуд он построил, да? Сука арабская. Генерал появился. Tell me what to do. Блин, тут араб в лидеры выбивается, походу. Reporting for duty. Thank you.
ее до нуля снизили. Перехватили дирижабль. Ну, вообще, атака... Может, сейчас лучше просто артой и забрать. Шанс отступления низкий, правда. Ладно. Пробьем. Тут уже высокие шансы отступления просто, поэтому я и бью. Теперь должны захватить город. Светочку. И тут надо перебросить кавалерию сюда. Так, тут пока стоим, наверное. Ну тут до столицы уже недалеко. Тут кучу вина получим. Пока стоим. Reporting for duty. Не, по кораблю как-то слабенько бьет, да? А он в каждый город поставил ПЗРК. И трава. Ладно, давайте по кораблю. А, все, один раз, что ли, можно? Лечится. Все еще три первых города наших. Но, блин, то, что у нас чудеса поугоняли, это мне не нравится. Ковентри не растет. Не на чем. Это очень уменьшилось количество жителей. Он, ему настолько обрабатывать нечего. А Дулис был, по-моему, 11 или 12. Вот, только эти фузелеры без ПЗРК, ну-ка. Только одному нанесли ущерб. Бля, а чё я не прокачку не взял?
Ну, мне не дает не то, что я типа потихоньку, потому что у меня типа я лошади с кем-то торгую, но я просто думаю, надо ли мне они вообще? Тут надо пехотинцев делать. Нафига тут общественный транспорт? Театр, наверное, начнем. Так, 1600 денег. И у нас еще кого апнуть? Так. Кавалеристов некуда апать, пулеметчик, карта расчеты, это тоже пошли. Вот красные мундиры еще. Yes. Reporting for duty. All present and accounted for. Waiting your orders. What's the plan? What's the plan? All present and accounted for. Сколько у нас остается? Еще 6 красных мундиров. Ну, следующим ходом добьем, точнее уже, наверное, в следующей серии добьем. Атака Эфиопии вроде проходит успешно. Перемещение тут. Так, насчитывает 50 миллионов человек. Ну, для начала 20 века более-менее. Вернули за Голливуд денежку. Абрис расширяется. О, Аулти захвачен, агрессор США. Это где? Вот тут захватили они город. Ну, логично. Он, видите, так вот вдавался. Теперь еще американцу Массаву надо захватить, а я буду с этой стороны идти. Ну, у меня Адулис прям, ну, я не хочу на него прям нападать. Я лучше буду брать те города, которые, на которые я не влияю культурно. Но опять же, как я говорю, это уже в следующей серии. Демография говорит, что я третий... Ну, вообще, не очень хорошо у нас по демографии. Кстати, экспорт, импорт, импорт... У меня 9, у кого-то 45, а у меня какой-то минус 68. Фига себе, торговля не задалась по населению. Есть и побольше. У меня 50 миллионов, а есть 61 миллион. Пища. Сильно отстаю, продукция. Сильно отстаю, да. Ну, прям даже не знаю. А что, что победа? Говорит, условия победы. Ну, Юстиниан, 18... Юстиниан ни с кем не воюет, так что территориальный вариант. По культуре, кстати, я. Если, если кто-то будет побеждать, то я, но тут вряд ли я уже победю. Ладно. Все на этом. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина. Всем пока.